Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Михаил, вы на канале Фунцей. Что ж, продолжу-ка играть в Dino The Falling. Так, я тут нашел опять место, где пищит. А как это так-то, блядь? Ну это же в машине пищит, да? На машину. Хотя не факт. Может, это, конечно, и зона действия очень маленькая, но, возможно, найти машину. Да, все-таки найти. Да. Так, погнали. Нихуя звук радиации. Так, есть чертеж. И все, блядь, чертеж, король. Подожди. Тут же вроде что-то еще должно быть. Что за хуйня тут? Вроде еще что-то должно быть. Так, но мне это не особо надо. Кстати, пока я до сюда добирался... Да, в целом, что я хотел еще в серии это сделать? Пойти убивать боссов. Там вот название написано, вся хуйня. Я, короче, еще пока ехал до сюда, вкачал навык вождения. Так, что вкачать тут из этого? Четвертый уровень, не уверен. Давай таран, наверное. Да, купить. Я вообще, короче, это... Вот на мосту нахожусь. Кому надо будет. Собственно, кто тоже соберется там убивать этих боссов. У меня этот Дэвид с Голиафом уже есть. А, Левиафан, я его вроде не убил, но я его нашел. Я сейчас не помню, где он. Сука. Надо было, наверное, до этого видос открыть, глянуть, где он. Окей. Кстати, я еще глянул. Вот это задание следующее, оно не последнее, оно предпоследнее. Сюжетное имеется в виду задание. Получается, можно будет его выполнить, как-то записать. Так, ну окей, я на мосту нахожусь. Я, собственно, вот был на том конце моста. Там было у меня неизвестное место. Я приехал туда, там, судя по всему, тайник оказался. Но я тайник не смотрел, я чисто заехал туда. Зомбаковку убивал и уехал. А я, блядь, этого босса искал. Я помню, он где-то на мосте находился. Или на мосту. Скорее, на мосту, наверное, правильно. Вот, собственно, я помню, на мосту находился. Посмотрел на этом. Тут самый заметный мост. Это конкретно вот этот, на котором я нахожусь. Он самый большой. Я заехал на этот мост, посмотрел с одного конца, сука, его нет. Подумал, что за херня, глянул в интернете. А он, сука, в другом конце моста. Ну, козел заныкался от меня, блядь. Не такой опасный, чтобы от меня прятаться, блядь. Вот этому лучше спрятаться, конечно, было. Чё? Бандит? Где бандит? Спереди? Что? Чё, блядь? Нихуя себе! Забирай все, что можешь. Пацаны, вам уже ничего не поможет. Ебать. Блядь, как это странно выглядит. Просто слов нету. А можно мне эту штуку, которую они лутали? Там у них сумка обычно есть. Она тоже в масте где-то. Тоже там в текстуре где-то застряла. Я уже, собственно, говорил о том, что у меня что-то с играми произошло. И у меня теперь все игры какие-то больно багованные стали. Багованные. Тут баг на баге, блядь. У меня еще скоро мой молот сломается. Надо будет его починить. Ну как раз сейчас буду с Тором пиздиться. Там чуть-чуть обломаю, починю. Блядь, мне кажется, надо было, значит, не оставлять там сзади машину. Я там... Ну я, короче, с моста перепрыгивал. Там есть такой перепрыг с моста на мост. Я в итоге не перепрыгнул. На машине ёбнулся вниз. С машины, с леса побежал так.
Хотя там был заезд, но я все равно почему-то пешком побежал. Стоило, наверное, было уже поехать. Потому что что-то я как-то долговато бегу. Ну, не слишком, но ладно, похуй. Кстати, тут тоже где-то пищит. Так, Тор. А на что пищит-то, блядь? В какую сторону? О, кстати. Ой, поманился, блядь, ты. Дура. О, кстати, умер с одного удара. Ну, молот имба, конечно. Давид и Голиаф, спасибо. Ух ты, блядь. Опа, не умер. Ух ты. Ну, теперь точно умер. Блядь, хватит обращаться уже. Вы чё, ебанулись? Можно я со слабыми побьюсь, а не с этими усиленными гандонами? Сука, больно. Я вообще Тора хотел убить, какого хуя? Дайте мне просто залутать, может я, блядь, пойду Тора пиздить. Ёбаный рот, не, нахуй, я лучше пойду Тора бить, наверное. Хотя это говно заебет пищать. Так, он с магнитом. Или это не магнит? Ну, у него какая-то очень странная дубина. Ай, блядь. Она, короче, отличается от обычного такого. И он вроде еще и больше, чем обычный такой. На что ты... А, блядь, у меня же болтов еще нет. Ебать, тяжело будет его убивать. Мне по нему из обычного оружия стрелять? Ай, сука. На, козел. Так, на тоже поебу. Умер? Сука. Ты че, блядь, охуел? Ебать. Ему вообще похуй. В него взорвались, а у него сколько? У него хп вообще ушел хотя бы чуть-чуть. А. Ебать, я его долго бить буду. Еще один взорвался. Пизда. У него еще такой удар. Ударный, короче, ударная волна такая проходит после его удара. Надо прям сразу отлетать, как только ударил его. Или можешь реально стрелять по нему? Алло, дура. На поебу. На поебу. На поебу. А, вот что тут надо открыть. Это типа я за это бьюсь? За то, чтобы открыть эту хуйню? Опа. Это ты сейчас говоришь просто. Так. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. На, блядь. И улетел нахуй. А, ебать, даже в воду прям докатится, да? А. Он испарился. Да хватит пищать тоже, блядь. Видишь, ко мне этот Тор ебаный не подходит особо. Давай ты подойди ко мне, я там открою. Окей. Мне такой расклад нравится. А тебе? Давай, открывай, дура. Блять, давай быстрее, он уже подошел, я вижу на миникарте. Пизда. 3 хп, блять, что? Он мне фул хп снял, сколько, с одного удара? Ебать ты, дура, еще жирная и больно бьешь. Хотя не особо жирная, скорее просто больно бьет. А, огонек пошел. Потушился. Знаете, сука. Да куда ты ползешь, я тебя так расстреляю, нахуй. Если мне пуль хватит. Хотя вроде должно хватить. Что ты больно чувствуешь урон. Хотя бы не как подсол. Ладно, хотя хуевый мем. Краска. И наряд. Пазл. Причем не просто пазл, а там две за. Это имя, что ли? Да куда ты свои ручки, блядь, закрываешь? Она тебя не спасет, дура. Кстати, у них же проблема с кожей. Они, наоборот, должны быть более чувствительны. Какого хуя они такие прочные? Ну, как минимум, у него же проблема прям явная с кожей. Ебанешься.
У тебя прям все открыто. Я тебе, если по ноге буду стрелять, я нахуй отстрелю твою кость, ты упадешь. Ну нет, сука, он будет нечувствительный к этому. Да пизда, я не знаю, как его хуярить. Он не чувствует урон. Мне не хватит все-таки. Я походу немножко ошибся в изначальных расчетах. Блять! Вот молотом бить его прям очень больно. Блять! Мне так хилки тратить все время. Да ебаный в рот, я еще и сгорел, блять. Я походу все-таки не убью его, наверное. Или опять же только минами хуй. Ой, как. Чё, блядь? Чат ебаный. Я интер нажал. Так, где я нахуй? Блять, только. А. Я на той тропинке, которая рядом с мостом. Тогда неплохо. А, у него хп не восстановилось. Заебись. Я-то думал, то, что у него, как у всех боссов, ХП установится после моей смерти на фул. А там что на той стороне? О, туда можно попасть, оказывается. Так. А тут нихуя, собственно. Ну да. Блять, мне кажется, все-таки надо было в битве с этим Тором ебаным подготавливаться, а не просто прийти и. Я такой, дура, я пришел у тебя убить. Ну ты заебал, дай головку. Мне кажется, в головку-то больнее будет, чем в спину там. У тебя же хитбокс-то есть? Или у тебя все в одно? А, я думал, молот поднимает свой ебаный. Реально, кстати, у него молот выглядит как-то странновато. Чего у него тогда такой, как этот электрический импульс какой-то идет? Или это реально просто ударная волна? Или не знаю, это реально отсылка на Тора. Хотя у него, ну просто дубина. Ну просто каменная херня. Почему тут такой импульс идет? Как же он не чувствует нахуй? Ну, чувствует, но как-то недостаточно. А можно ты всегда так будешь бить? Я буду подходить, а ты вот так вот просто по кругу хуярить. Вот, допустим, с молотом будешь бить, а ты будешь по кругу. Ну, необычно вот атака, чтобы вниз ударить. А именно по кругу. А то меня от обычной ударной волны сносит нахуй. Это больно. А такой я увернусь и заебись. Ну вот, увернулся и заебись. А, что если, кстати, его агрить на атаку? И избивать своей. Сука. А, блядь. Я еще попробовал, как в мертвом острове пробовал. Что после атаки давать свою атаку. Но тут так не работает. Тут надо только огнестрел бить, походу. Да ты заколебал своими куколяками махать. Съебался нахуй. И разъебался. На, блядь. На. И на. Сука. А, не, он не бьет. На. Все. Давай тебе еще вдобавочный прям в 40-тан. На. Провернулся аж. Все, у меня нет патрона дробовик.
Че, с тебя падает награда? На, сука. На. Получай, сука. Давай я тебя вытолкну нахуй отсюда. Давай, ты жирный бегемотик, блин, гигантский. Ну. Ну, ты кусок поти, блядь. Вот, типа, в траве есть стенка поти, а это шкаф поти, блядь. Ну, заебал, давай двигайся, ты. Это, собственно, вот, как выглядит, когда мать заталкивает... выталкивает из дома, вот, допустим, на учебу сына подростка. Блять. Блять, какую хуйню я сделал? Кто не выкупил, в смысле то, что... ну, обычный подросток, он обычно же перерастает свою мать очень быстро, и в этом прикол был. Ну, кстати, быстро в зон прошел. Блять, я не так запомнил. Что-то я и забыл об этом. Так, окей, погнали тогда на этот... на армейский блокпост, там патроны насобираю. Ух ты, блядь, что за пролог был? Зависание какое-то. Нет, это не на видосе произошло. Ну и на видосе тоже должно произойти. Но это в целом уже произошло. Шел и дура. На, блядь. Улетел, сука. И ты тоже давай. А, даже забор прилетел. А ты чё? А, ты так тоже сдох. Окей, погнали, я тогда взломаю этот силас. Может, что-то на машину кайфово выпадет. Хотя не сказать то, что мне это уже надо. Потому что вот-вот игра закончится. Ну, кстати, на удивление, дополнение для Dying Light идет дольше, чем сам Dying Light и чем Far Cry 3. Хотя я в Far Cry 3 там все аванпосты лутал. Кстати. Где это дура-то, блядь? Алло. Замок, ты чё? А, во. А. Так. Три? Серьезно? Ебло про три. Так, не надо там ползти, блядь. Ты шо тут? Сука, вот, блядь, у меня на районе и в целом в городе такие же ходят. Хотя они вроде не зомби. Сука, блядь, такие же ходят. Так, чё там? 30 патрон. Блядь, чувак, ты на чём висишь-то нахуй? На одежде, что ли, или на чем? Тебя же вообще толком не коснулось. Сука, на чем ты висишь? Так, тут еще один такой, давай. Ай, блядь, нога. Во. Блядь. Ну ё-моё. Ну алё. Во. Ой, ещё и аптечку, да? Да, сюда. Чё за вопрос такой? К чему этот вопрос будет, если... если я видел сам то, что там аптечка есть. Так. Еще одна птичка по кайфу. Так, окей. А теперь
Я даже не помню, говорил я про это или нет, но теперь даже обычные обращаются. Ебать, а чё здесь скатиться? Так. Нахуй иди. Еще и вышел, блядь. Так, ну это не переживет. Окей. Кстати, а где теперь еще босс есть? Допустим, Голиаф. Где Голиаф был? Я вот не помню. В каком-то я помню здании большом. Что-то типа ангара. Джасира. Дом. А где Билал? А, кстати, еще не все безопасные точки открыты. Ну, естественно, не все эти гнезда прыгунов. Но это уже как-то мне не слишком интересно. Сука, где ебаный Голиаф? Я что-то не помню. А где он вообще? Ну реально, в ангаре же должен быть. Ну здесь другое сюжетное задание здесь было. А где я, сука? Тут тайник. Ну не в этом городе, там тоже задание было. Ну вроде сюжетное, но все равно. Может вот здесь? Кстати, а может быть? Я насколько да. Я не особо далеко оттуда. А машина у меня где? А где, блядь? А, нихуя я тут пешочком прошелся. Ну ладно, давай тогда прокачусь. Ай. Серьезно? Ну, блядь, это тебе не Far Cry 6. Или какой там 5. Я помню видео в ТикТоке этот прикол. Там вот взяли момент из Far Cry 6 или 5, точно не помню какого. И прокатились. Вот такой подкат резанули и прокатились. И там, допустим, не знаю, поставили какой-нибудь мем по типу. Мама спрашивает, какие хочешь ты штаны, и я говорю, какие штаны хочу. Ну, или не говорю, а вот просто какие штаны хочу я. Чтоб скатываться по огромному склону и не рвались. Бля, ну это надолго. Ебать, тут марафон на край устраивает. Там под мостом разборки происходят. Сука. Заеб вот это выносливость. Да. Блять. Хуёвайся, похожий крэн, блядь. Все, пизда, заменяем его нахуй. Он говно. Блять, в игре не того нахуй наняли. Кусок говна нахуй. Даже на машину нормально залезть не можно, блять. Взял еблом к ней ударился и по кайфу. А, у меня уже фул, блять. Даже окей, а здесь что за тогда машина? Откуда мне эту карту доступа открыть? А, подожди. А это случайно не та машина, которая нужна для еще одной концовки игры? Ну там в этой игре, да, несколько концовок. По-моему, две с матерью связаны. Одна с машиной, в которой можно взорвать в целом этот город, поселение какое-то, я не помню, что это. И там вроде их три или более, я не помню точно.
ебать, поле охуенно. Еба можно зомби нахранить. Очечки вождения. Блять. Кстати, я причем за, получается... О! У меня это вкачалось. Давай, вихрь. По приколу чисто. Я, получается, за... Что... обычный Dynamite. Что за The Falling я так и не показал легенду. Блять, надо будет потом в финале зайти на мой акт, где у меня там максимальная легенда. Дюпун вкачал. Кстати, подожди. Это тоже какое-то задание? Я помню, как-то не текстовал с этим. Ебать, его разъебал. Так. Сука. Я закрыть не могу. Я помню, как-то раз мог закрыть. Ладно. Мне вообще накал надо. Куда я поехал, блядь? Ебать, я там в земле застрял. А, так я... Сука. Я приехал, но это нихера не то. Это нихера не то. Это нихрена не то, что нужно. И почему еще неизвестное место, не понял? Не понял. Это что за дичь? В смысле, блядь, неизвестное место? А, пропал человек. Давай найду. Хуй его знает, где пропал он. Где тут валяется? Алло, долбоёб, трупяшник, отзовись. Ты где? Ты где валяешься? Заебал. Отзовись, сука! Как там Мими говорилось? Если ты не выйдешь через 3 секунды, я выебу тебя в жопу. Блять, а где он нахуй? Я, кстати, здесь был, да, я помню. А то, возможно, далеко и не единожды. Ну, как минимум на запись. А так-то понятно. Кстати, это, что у меня там по еще по аптечкам? 8? Ну, давай. Так. Ебать, алкоголь у меня, блядь. Солидно. Песчаная буря, ржавый ствол. Это что такое? Чертежи, блядь. О! А я создавал, кстати, тут максимально экспериментальную армейскую хуйню. Что у меня в машине стоит? Да что бы мне эту экспериментальную армейскую не поставить? О, Каун? Или это? Давать Каун. А ладно, похуй, не нашел я. Так, допустим, а где все-таки Голиаф? А зомби-босс ебаный. Зона, захваченная бегунами. Интересно. Прям так очерчено. А!
Хотя, кстати, тут ведь конкретно вот эта зона занималась сюжетным заданием. А здесь? Блядь, только недалековато. А, я могу. Я могу запыхнуться. Ну, ёбаное перемещение. А как оно работает? Ну. Хуё не работает. Легенда. Предмет. Кстати, вот эту хуйню я сейчас не помню. Чтоб когда-либо отмечалось. Реально похоже, что именно там он и сидит. Только что-то мне кажется, далековато будет оттуда ехать. Тут бы мне как-то на дорогу, получается, выезжая потом. Ну ебанё, что надо туда ехать. А чё у меня вообще поблизости есть? А, точно, вот эта зона. Почему она очерчена прям? Прям по-особенному выглядит. Крушитель. Испытание наваждения. Надо бы, наверное, еще испытание глянуть. Так, есть Голиаф. Возможно, потом еще какой-то босс есть. Надо будет чекнуть где-то в интернете. И потом записать, наверное. Так, блять, я видел там этот бомбящийся. Разрывающийся. Опа, на опять красная дымка. Да. Ты заебал, сука, жирный урод. А. Так это ж обычный бомб, блин. Ну пиздец, а я-то подумал нахуй. Пойду хотя бы я бомб заберу. А, вот что за красная дымка. Ты охуел метать? О, двоих нахуй. Ах ты, сука, воротливый. Давайте... Я же тебя прям вниз специально ударил. Ты там никак бы не вернулся. Да... Что это за бред? На, блядь. Сука, давай... Давай вот так, нахуй. Гнида, блядь. Это ж надо было меня настолько загибать, а? Уворотливая мразь. Чё, вы мне только один контейнер оставили? Ну, ладно. Так, дом далеко. Со сдачей. Блядь. Сука, а где? Ну, я смотрю вот туда. Вот. Иду в эту сторону. Не понял, блядь, он же ближе должен быть где-то рядом. Ну, там где-то еще охрип, как там его, блядь? Где он? Что-то я не... Не, ну это дом Билала. А где это поселение? Как я такую огромную хуйню смог потерять? Гений, блядь. Ну придется тогда, наверное, ехать.
неудобно идти одновременно много часов. Потому что тут мышкой надо взаимодействовать еще. А это уже две руки. Блять. Сука, меня что заживало там? Чё? До сдачи вообще далековато. Я в итоге еду, что-то она не сильно близко оказалась в итоге. У меня были другие ожидания. А, все-таки реально к Билау. Ладно, давай. Здорово. Thanks, man. This is exactly what we needed. Чё у тебя тут еще есть? Бита, деталь давай. О, мины это обязательно. Из Голиафа надо. Так, окей. Давай пойду поторгуюсь. Возможно, чуть ли не напоследок. Так. Бита, хуита, чита, дрита, блядь. Сука, я нужную винтовку продал, блядь. Ну ёбаный в рот. Так, короли оставлю, надо будет вкачать, кстати, молот, наверное, вкачаю, да? Или что-то еще помощнее можно найду. Ну, пока ставлю, да, может, что-нибудь помощнее найду. Хотя там прочность будет крутая. Ну и короли-то... Слушай, да. Наверное, стоит вкачать. Я, кстати, этого, да, я не делал, по-моему, никогда. Особо-то. Ладно, давай, ладно, уж у меня дети королей, похуй. Погнали. Король. Король. А он еще и прочность повышает. Король. Да? 943 урона. Так, сколько у меня там королей? Давай. 6. То есть, если я получу еще мощнее, помощнее оружие, то вкачано на фул будет. Вот, собственно, для чего нужны короли. Для чего их я собирал? Ну ладно. Что ж, давайте-ка на этом закончим. Не забывайте подписываться на канал, кстати, лайки, комментируй. Нажимай на колокольчик. А где на друзья? Колокольчик с уведомлением, это важно. Переходите на мой Discord сервер по ссылке в описании. И в описании канала тоже есть. И, ну, видосы и канал. И всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр.